Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я, как всегда, с вами Мария Великотная. Вы на моем канале. И сегодня мы с вами будем говорить о суккулентах. Это группа растений, имеющие общие черты из-за одинаковых условий обитания. Они способны запасать воду в своих стеблях и листьях. Растут они в засушливых местах, на скалах, в субтропических лесах. Суккуленты делятся на стеблевые и листовые. Стеблевые суккуленты сохраняют влагу в толстом стебле, и листья у этого вида мелкие, либо преобразованные в колючки. И к ним относятся всеми известные нам кактусы и молочай. А к листовым суккулентам относятся также известные нам всем алоэ, эхиверия, хавортия. Листовые суккуленты накапливают влагу в мясистых листьях. Благодаря уникальным особенностям накапливать и удерживать воду, многим из суккулентов достаточно небольшого количества рыхлой земли, всего 2-3 сантиметра, и умеренного полива, что используют декораторы в своих работах, в частности, оформляя стены помещений живыми картинами. Даже срезанные растения долго сохраняют свой декоративный вид, благодаря чему их часто используют и в свадебных букетах, и в бутоньерках, украшающих петлицы счастливых женихов. Thank you.
Если для небольшого суккулента достаточно одной проволоки, то для более крупных экземпляров можно и две, и три использовать.